Итак, всем привет, ребят, с вами Flutter Green, и мы сегодня будем делать реакцию на новый клип от Rainbow Vicky. Да, это новый пони-клип, и, собственно, она попала на 24-е место в тренде, за что я ее, конечно же, поздравляю. И, кроме этого, кто-то, Pinkie Pie, о котором я уже записывал ролик, написал, как странно, почему там не Flutter. Чувак. Есть две разные вещи. Любовь и шиппинг. Шиппинг в интернете это когда просто двух абсолютно может быть рандомных людей, может не рандомных, которые просто может быть знакомы, шиперить, делать какие-то арты, анимации и так далее. Но любовь это когда, возможно, они любят друг друга, возможно, еще что-то такое, то есть... Это сложно объяснить, но тем не менее, о ком она хочет делать клипы, о том пусть и делает. Не надо говорить прям, что ой, она должна делать клипы про Flutter, потому что это же шиппинг и так далее. Она занимается деятельностью, пусть занимается чем хочет. Так что давайте-ка начнем. Oh, there she goes again. Every morning it's the same. Блин, неплохую, слушайте, песню подобрала. Дебил. This is typical of love. Can't wait anymore, I won't wait. I need to tell you how I feel when I see us together forever. In my dreams, you with me. We'll be everything I want us to be. And from Блин, слушайте, прикольно. Прям. Это очень мило. Time walking by the ocean side, my hands are gently intertwined, feeling I just can't describe. All this time we spent alone, thinking we could not belong to something so damn beautiful, so damn beautiful. Да. Я сказал оу на одном моменте, потому что был момент, когда они, допустим, поцеловались, но было в песне сказано «It's be in my imagination», то есть это было в моем воображении. Ну, блин, сделано круто. Намного лучше, чем, допустим, прошлая работа. И сразу можно сказать, что... Я не хочу никого оскорбить, но просто... Вот, кажется, что Rainbow Vicky именно старается делать как можно более качественные именно клипы. Что, кстати говоря, круто, потому что работа действительно хорошая. Она милая, она приятная, она добрая, так скажем. Что ж, а на этом, пожалуй, все. Всем спасибо за просмотр. С вами был Flutter. Всем удачи, всем пока.